сожалению, в последнее время заболевание ковидом началось у детей и у молодежи. Учитывая то, что молодой организм требует очень быстрого и достаточного насыщения кислородом, у этой прослойки людей сатурация кислородом падает очень быстро. На данный момент кислородный концентратор – это очень актуальная вещь. Почему? Потому что очень многие пациенты в мой кабинет поступают с низкой сатурацией. Хочу сказать, что параллельно веду прием, оказываю кислородотерапию в соседнем кабинете. Кислородотерапия. Человек может в любую секунду прийти сюда и подышать кислородом, если низкая сатурация крови. Это абсолютно безвозмездно, хотя учитывая то, что это проводится в стенах моего кабинета. Спасибо огромное крахмалопаточному комбинату Александру Владимировичу Мастренко. То, что передали нам такую очень нужную во время ковида, во время пандемии вещь, которая спасает жизнь.